Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Медитативная практика «Внутренняя улыбка», читает Лора. На сегодняшний день в традиции даосизма внутренняя улыбка – одна из самых популярных медитативных практик, которая предотвращает старение организма, стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему. Научным сообществом было доказано, что улыбка не просто эффективный инструмент коммуникации, но и прекрасная практика самоисцеления и профилактики заболеваний. Дело в том, что когда мы улыбаемся, сокращение соответствующих мышц лица отправляет мозгу сигнал «все хорошо», «все в порядке», «нет поводов для тревоги и беспокойства». Да, так и есть. Этот механизм действует в обратную сторону. Улыбка вызывает выработку гормонов счастья, эндорфинов, которые помогают человеку справляться со стрессами и активизируют его внутренние ресурсы. Внутренняя улыбка подразумевает вхождение в состояние любви и покоя, а затем поэтапную передачу этого состояния органам, которые больше всего нуждаются в исцелении. Чтобы начать практиковать, вам понадобится всего ничего. Просто найдите несколько минут свободного времени и спокойное место, где вас никто не будет отвлекать. Медитация «Внутренняя улыбка» на каждый день. Существует несколько вариаций практики внутренней улыбки. Одну из них предложил даосский мастер Мантек Чиа. Мастер рекомендует выполнять упражнения в несколько этапов, направляя энергию улыбки поочередно каждому из органов. Этап первый. Подготовка. Сядьте удобно, так, чтобы стопы плотно касались пола. Закройте глаза, сделайте несколько спокойных и глубоких циклов дыхания. Начните совершать плавные покачивания телом, при этом сохраняйте ровный позвоночник. Этап второй. Улыбнитесь своему сердцу. Ощутите, как любовь и благодать растекаются по нему красным светом. Приумножьте этот свет. Ощутите, как его тепло заполняет все ваше тело. Возможно, что где-то вы обнаружите затемнения, в которых скопилась ненависть. Заполните эти тени светом любви. Наблюдайте за ними, пока они полностью не растворятся. Этап третий. Улыбнитесь желудку. Улыбнитесь желудку, селезенке, поджелудочной железе. Визуализируйте, как вы вдыхаете золотистый свет, и он заполняет эти органы. Где-то вы можете обнаружить тревогу. Заполните эти места золотым свечением вашей улыбки. Наблюдайте, пока тревога не растворится полностью в гармонии и равновесии. Этап четвертый. Улыбнитесь вашим легким. И если вы обнаружите в них печаль, примите ее. А после вдохните чистый белый свет
и растворите ее в мужестве. Этап пятый. Улыбнитесь почкам и мочевому пузырю. И на вдохе заполните их голубым светом. Возможно, где-то вы увидите страх. Примите его. А после наблюдайте, пока он не растворится в мягкости и покое. Этап шестой. Вдохните зеленый свет. Примите свой гнев и уравновесьте его своим добротой и великодушием. Отправьте свою улыбку печени. Когда закончите практику, останьтесь еще на пару минут в этом состоянии. Затем постепенно откройте глаза и вернитесь в обычное сознание. Но можно не возвращаться. Есть еще практика. Внутренняя улыбка для исцеления. Другой вариант практики внутренней улыбки нацелен на работу с конкретным органом или местом, которое требует экстренной биоэнергетической помощи. Условия и подготовленный этап выполнения этой практики такой же, как и в первом варианте. А далее, после того, как займете удобное положение, остановите свои мысли и расслабьтесь. Просто улыбнитесь. Помните, что улыбка должна быть легкой и не вызывать никакого напряжения. Затем сделайте следующее. Этап первый. Заполняем бассейн. Сконцентрируйте внимание на промежутке между бровями в зоне третьего глаза. Представьте, будто здесь находится резервуар, который начинает заполняться теплой энергией. По мере заполнения нырните глубже в центр вашего мозга, туда, где находится шишковидная железа. Ощутите, как резервуар заполняется и энергия начинает течь через ваши глаза. Ваши глаза тоже начинают улыбаться. Этап второй. Направляем энергию. Теперь отправьте энергию из ваших глаз назад в мозг, а оттуда вниз, в место, которое требует помощи. Это может быть орган, часть тела или участок кожи, который необходимо исцелить. Ощутите, как это место открывается, чтобы принять энергию вашей внутренней улыбки. Оно открывается и впитывает целительный поток, который вы ему послали. Этап третий, заключительный. Когда исцеляемый орган насытится, переместите свое внимание в центр пупка. Почувствуйте, как энергия собирается в этой области. Отпустите свою улыбку и постепенно вернитесь в обычное состояние сознания. По мотивам книги Мантек Чиа «Космическая внутренняя улыбка». Маленькое дополнение. Эти практики даны вам, чтобы применять каждый день, особенно сейчас в сентябре. Особенно для тех, у кого есть еще вопросы и кто еще много думает. А уже пора много чувствовать. Вот и чувствуем свою улыбку своими же органами. И таким образом исцеляем себя,
без помощи врачей, аптек, а на своих энергетических ресурсах или на своих сверхспособностях. Благодарение и улыбка всем душам.